вот такие размышления. Мы съездили в Новокузнецк, сейчас выезжаем из Новокузнецка. Получается, мы погуляли по кузне. Сейчас прошлись по избирательным участкам, по некоторым. Опросили всех, кто проголосовал. Ну, не всех, частично, кто проголосовал. Мнение интересное у людей. Высказали по поводу голосования. Не говорю, что мы не разрешаем. Но нужно... Вы не запрещаете нам? Не запрещаем. Хорошо. Но предупреждаем. А что вы предупреждаете? Что нельзя? Нет, что вы хотите, да, поснимать здесь. Все хорошо. Ну, вот я поснимал, все, спасибо. Какой у вас избирательный участок? 734-й. Уже заходили, что-нибудь посмотрели, там большим крупным. Ой, мы тут по Кемеровской области путешествуем и снимаем все участки. Понятно. Мы независимо от телевидения, избирательные участки все снимаем, потому что законом не запрещено, это общественное место. Хорошо? Не запрещено. Да, да. Всего доброго. Все вижу, спасибо. Смотри, более лояльно относится. Как бы и не запрещают. А Прокопьевский срок. А? Голосовали, вообще были, голосовали. Голосовали, все. Здравствуйте, а происшествия были во время избирательной кампании? Кто? Мы независимо от телевидения. Не было? Спасибо. Нам разрешили съемку просто мы сверху. Спустили. А мы все снимаем, у вас нет. Закон. А где вот? Где выход? Выходы, входы. Заходы, выходы. Слушай, они терпимо отнеслись, в отличие от Прокопьевска. Как бы это уже... Но! Я тебе знаешь, что скажу? Все равно насторожен. Очень насторожен. Конечно. Здравствуйте. Вообще-то у нас предупреждают нас заранее, да? Когда хотят что-то тут поснимать. Или я не знал об этом. Заходите и сразу снимаете. Но... Ну, а разве нельзя? Нужно обязательно нас уведомить об этом, что вы хотите там что-то поснимать. Ну, я не знал, извините меня, пожалуйста. Но... Просто избиратели или вы что-то... Ну да, избиратели. Хорошо. Избирательный участок посмотреть. Нет, нужно обязательно предупредить. Нас обычно нужно... Мы не говорим, что мы вам не разрешаем. Разрешаем, но нужно... Вы не запрещаете нам? Не запрещаем. Хорошо. Но предупреждаю. А что? Думаете, ваш выбор повлияет на дальнейшую судьбу России? Уже мы видим, я кого хотела. Мы вас не будем спрашивать, за кого проголосовали, но все-таки. А вы думаете, нужны изменения какие-то нужны или стабильность? Стабильность, наверное, на изменения появится. Ну, понятно. Я понял вас. Спасибо за интервью. Благодарю. Спасибо. До свидания. До свидания. Можно, то есть, задаем пару вопросов? Да, нет, спасибо. Пару вопросов. Как у вас настроение? Прекрасно. Как вы думаете, ваш выбор повлияет на ситуацию в России? Там видно будет. Ну, а вы думаете, нужны изменения или все-таки оставить? Мне кажется, пускай пока есть. Как есть? Вот неизвестно, что будет дальше, а сейчас вот мы пенсию получаем стабильно. Люди не получали пенсию на нашем периоде, и мы зарплату не получали, было время. Сейчас стабильно получается? Да, сейчас стабильно. Хорошо. Это тоже немало важно. Хорошо. Поэтому все прожили. А вы живете в Новокузнецке, да? Или открепите? Спасибо за интервью. До свидания. Вы сейчас идете на избирательный участок и хотите проголосовать. Вы видите, что нужно что-то изменить в России или что-то оставить по-прежнему? Оставить по-прежнему. Все по-прежнему, да.
А вообще ваш, как вы думаете, ваш выбор повлияет на... Ну, я думаю, нет. Вы думаете, нет? Нет. Ну, просто пришли для интереса, проголосовали. Да. Кстати, я тоже так сделал. Ну, спасибо за интервью. Было приятно пообщаться. До свидания. Зашли на избирательный участок, и там я заметил небольшую, как сказать, не то что агрессию, а небольшой страх у членов избирательной комиссии. Потому, когда они увидели именно в руках камеру, то есть они нас остановились, потому что у нас в руках камера. Попросили представиться. Ну, я-то избиратель, я могу зайти на избирательный участок. В любом случае, это общественное место, я могу снимать. Но они попросили представиться мне. Я не стал представляться, просто начал дальше снимать и сказал, что я имею право. Но мне показалось, что они немножко испугались, но все-таки они разрешили снимать. Я спросил, вы можете, вы мне разрешаете здесь снимать? Здесь же общественное место. Да, разрешаю. В отличие от Красной Горки. То есть на Красной Горке мне строго-настрого запретили снимать. Нормально, то есть, получается. Вот так вот у нас избирательный участок, все охраняется у нас тут. Здравствуйте. Добрый день, что такое у нас? Что у вас? Что за съемки? Не могу понять. Личные съемки? Какие личные съемки? У нас запрещены личные съемки, только с разрешения председателя. Ну я не знал, извините. Все выключаю. В одном городе нам запрещают, в другом... Но в Кузнецке нам на избирательном участке разрешают снимать. Потом далее мы опросили некоторых избирателей. Многие пошли на контакт, ответили нам на вопросы. Потом дальше погуляли по Новокузнецку, сделали небольшой обзор города. Сходили на фонтан, сходили на карусели. Вот сейчас выезжаем из города. Движение тут такое среднее. В принципе, час пик и небольшое движение. Не сказал бы, что плотное. Но пока выезжаем из города, буду снимать окрестности, чтобы наши телезрители, наши... Зрители нашего канала увидели нашим взглядом город Новокузнецк. Хотя бы из машины, ну и пешком гуляли. Ну тут дальше салоны пошли. Сузуки. На выезде из города, из Новокузнецка, по улице, один за другим следуют автосалоны, то есть там Suzuki, Renault и так далее, Lada, Alifan, что-то еще там какие-то автосалоны. Рука не мешает, так держу. Обзор не загораживает. Зеркало. Уже из города, тут уже нечего снимать, в принципе, на выезде.